Всем привет! Зовут меня Дмитрий Сковский, агентство недвижимости Grand House. Как всегда, нахожусь в своих любимых ториков, в Дружном 2 СНТ, Восточный переулок. Хочу вам сегодня показать участок 9 соток, правильной планировки, докат. Ну, здесь, в принципе, везде докат. Это на машине 7-8 минут, 3 выезда. Это через Новоселье. Этот выезд у нас через Таллинское шоссе. Окей, лента, все в пешей доступности. Буквально до Окея можно дойти минут 15 пешком. По коммуникациям. Здесь газ, здесь электричество. Водопровод сейчас сюда заводят. Буквально обещает, ну, в течение полутора лет завести водопровод. Плюс к центральному водопроводу обещают сделать еще, так как дорога относится к городу, асфальт положить на главной улице, где магазин «Магнит», улица Дружбы, положит асфальт. Давайте пройдемте, покажу вам участочек. Люди, могу сразу сказать, что там живут 12 лет. Дом старенький, но жилой. Все фонари, освещение, за этим следят. Годовой взнос в СНТ 12,5 тысяч. Это вывоз мусора, это чистка дорог, а зимой убирают трактор снег. Это за этим следят. Хорошо. Начнем с одной стороны. Про участок можно рассказывать долго, но я не буду тратить ваше и свое время. Все 9 соток это практически одни посадки. Это картошка, капуста, красная смородина, яблоки, сливы. Даже если строить дом 10 на 10, практически здесь мы ничего не уберем. То есть все останется здесь расти. Здесь у нас теплица с помидорами. Покажу я вам наших соседей с одной стороны. Вот такие приятные домики. За участком следили больше 65 лет. Сразу видно, что все, что здесь есть, растет. Цветы, яблоки, сливы, помидоры, огурцы. Тут, я думаю, всего не перечислить. Красная смородина я вам показывал. Дом оформлен как нежилой. По документам он 80 квадратных метров. Колодец на участке, 5 колец. Вода всегда есть. Есть небольшая баня. Моются в ней регулярно. Продолжение помидорков. Цветочки, розочки, ромашки. Кабачки, редиска. Свекла. Перечислять еще раз говорю, можно много. Участок еще напомню. 9 соток, длиной почти 40, шириной 22 метра. Клубничка еще растет. Поэтому кто хочет приобрести участок для сада-огорода, уже готовый, либо построить дом, в этом мы вам можем помочь в строительстве, звоните, пишите. Цена участка будет в описании. Всем хорошего дня. Пока-пока.